Недавно я делала репортаж о празднике в нашем городке, Сант-Антонио называется, покровитель нашего городка. Кажется, недавно, а прошел уже год. Мама дорогая. Ну, в общем, короче, сегодня 13 июня 2016 год, и я иду на рынок. Ярмарка, которая проходит у нас в этот день, немножко особенная, отличная от других. В прошлом году я купила там красивые украшения, которые мне еще до сих пор нравятся. И я иду посмотреть украшения. И эти украшения я показать вам. Это серебро. Такой цветочек из серебра и какие-то там камешки натуральные. И то же самое перстень. И браслетик еще у меня такой же. Это все тоже типа индийское серебро. С ихними натуральными камнями, которые иногда можно купить в ювелирных магазинах Италии, в некоторых магазинах. Девочки, представляете, я, конечно, вышла на этот рынок. Меня просили показать украшения, как в прошлом году продавали, но нету в этом году. К сожалению, нету. Не знаю почему, но этого товарища нету из Индии, который продавал такие интересные украшения. Короче, не приехал тут чувачок. Видите, какой браслет интересный. Это тоже вот камень. 3-4 ченера. Anche se ce n'era qua. 4 ченера bello, metti tanto qua. Questi 5 euro. Va bene? Ну, dai 4 euro, prendi, va. Ну, вот такая, тоже тут все из камней. Ti regalando. Vuoi vendere merce pulito, elegante, nuovo. Capito? Это вот тоже из камней, из натурального. Это симпатично, тоже оригинально. Очень интересная такая штука. Нестандартно. Сплетено. Это все натуральные камни. Вот, девочки, я купила вот такой браслетик. Это все сделано вручную, натурально, все камни. Вот эти вот красивые. Ну, таких очень много. Всегда больше нечего показывать, так я вам хоть это покажу. Да, вы это negocio? Negocio, вы это? No, no. Questo bello giallo. Questo è ambra. Ambra, ah. Как ее называется? Янтарь. А до дове questo? Янтарь. До дове амбра? Индия. В общем, как я и говорила, встретить интересные украшения очень редко. Это очень редко. Это просто повезло мне в прошлом году, что я увидела такую черную бляшку, которая мне очень нравится. Короче, не получилось у меня сегодня никакого рынка хорошего. Получился какой-то дурацкий вложик. Смотрите, какая красота. Все цветет. Чао, рагаци. Чао, тути. Увидимся.